Всем большой привет, зрители нашего канала, большой-большой привет, пока работает YouTube, мы с вами будем вместе. Начало новой трудовой недели, поэтому всем желаю хороших трудовых будней, кто работает дома, домохозяйками, тоже хорошей недели. В общем, всем желаю всего самого-самого хорошего. Так, сегодня ночью у нас был небольшой морозец, лужи замерзли, машина чуть-чуть тоже стекло прихватило. Сейчас еду за Леной, потом едем на работу, хотим еще заехать в Ашан, посмотреть, там бумага, говорит, вот на которой печатаешь А4, что то ли ее нет, то ли она по космоценам. Вообще непонятно, что, как дальше будем. Ни документы никакой не распечатаешь. Ну, ладно. Поехали. Сейчас у нас плюс 2 градуса. Солнышко, погода отличная. Поэтому вперед за Леной. Все, в общем, друзья, ни в какой Ашан мы не поехали. Отработали, приехали домой. Сейчас вышли с Юрой погулять. У Юры один спрос. Вернее, сказ. Есть ли сахар в Пятерочке? Сейчас идем, сейчас скажу, есть, нету. Юра, он, ему надо все посмотреть. Что есть, чего нету. Любопытный. Но мне как-то, ну, все равно, он, видите, как. Хочу смотреть. Ну что, Юра, молодец. Только те, кто рано встает, тому достается и сахар, и все. Да, проснулся, пошел. Ну да. Вот Алина еще есть. Да, смотри. Алина, кстати, дешевая, 113,99. Вот. Она хорошее масло. Поэтому... Очень хорошее, мое самое любимое. Всегда покупаю Алину, Злату, Слободу. Пока еще есть. Но Слобода уже, кстати, 148, а еще недавно я по 106 брала. Ну вот, 100. Юра, у тебя прям какой-то спортивный интерес проснуться и быстрее посмотреть. Ну, в смысле... Не спортивный интерес. Не проснуться, а? Я как этот, охотник какой-то. Охотник за привидениями. Раньше, как это раньше. Раньше. Пойдем посмотрим. И скупили все прокладки. В Пятерочках, в Ашанах, представляете? Мужчину я смотрела видео, он купил огромную целую телегу прокладок и шел в кассу. Явное дело, что не себе и не жене. Ну. А вот боржоми не подорожало. Хорошо. Хотели мы с Леной бумагу заехать в Ашан посмотреть, а и не поехали. Бумагу надо брать. Ну, бумагу, да. Папа сказал, у них еще пачка есть на запасе. Но мы не так часто печатаем на работе. По необходимости. Так, что тут с прокладками? Ну, в принципе, есть вот такие. Кстати, сегодня 269 рублей. Вот такие появились двойные. Ну, и ежедневные есть. Вот. 449, смотри, какие дорогие. Я не соображаю, но... Ну, это уже после повышения, потому что маленькая еще, вот смотри, 20 штук стоит 87 рублей. Ну, вот, а вот смотри, 67 рублей. 67 рублей, да. Ну, что, они пойдут, нет? Ну, Юр, это разные. Ну, молодец, все равно, видишь, ты в теме, это мне очень нравится. Всегда в теме. Эта тема мне интересна. Тебе интересно, ты просто предприниматель. Да. От корней волос. Это у них, как получается, социально значимый продукт, там у них проценты. А вот они не стесняются на этих вот, на всем остальном они накручивают. Ну почему, смотри, я с тобой не согласна. А, Юра, ну а что ж, вот шампунь, смотри, вот 199 есть. Тут же просто все разобрали. Ну, почему пен, вот 389, это дорого. Ну это пока дорого. Ну дорого. Ну, все, вот это очень, а нет, не такой или такой. Я с папайя брала, помнишь шампунь? Вообще такая ерундистика. Да. Да, пошли дальше. Сегодня мы решили с Юрой погулять. У Юры нет заказа, а мама сегодня сказала, что не пойдет. Ну, сегодня хоть какой-то один день должен быть выходной. Завтра будет 2 заказа. Завтра поеду в речной порт, поеду. И после буду кухню в коттеджный поселок один отвозить. Так что работа есть. А мама? Хотел сказать, что очень много пьяных женщин сейчас начали. А мужчин мало? И, ну, они раньше так не пили, а сейчас что-то вообще начали пить. Да, это просто не обращал внимания. Не обращал? Да. Ну, может быть, просто... Ну, говорят, что пьянство – это вообще болезнь социальная. Нет, а, может быть, от безнадёги. Да нет, от дурости, я считаю, пьянство. Прокладки подорожали. И что, пить теперь? Юра, еле же бы что сказать. Мама сегодня не пошла с нами ходить, вернее, со мной, потому что вчера ей не понравилось уже там, где мы всегда ходим. Снег тает на лыжне, ноги проваливаются. А ходить мы еще ходим прям до 23-го района у нас. Тоже вдоль дороги, вдоль машин. В общем, говорит, я не пойду. Ну и ладно. Юра говорит, я с удовольствием с тобой пройдусь. Вот сейчас вот идем с ним, гуляем.
идем с Юрой. Что-то нам вспомнился такой случай, когда мы ездили раньше в Таиланд. Еще до того, как мы познакомились с ребятами, с Залиной, мы же с Юрой даже раза два попадали одни. Я говорю, ну, мы люди компанейские и всегда находим общий язык со всеми, даже если нельзя найти язык. Но я к чему сейчас хочу есть сказать. Языковой барьер. С чего я все началась? Мы с Юрой идем и говорим, что будем, ну, будем отдыхать там в Венесуэле, все. И, ну и, конечно, слово сразу перешли опять на Таиланд. Так вот, про Таиланд. Мы с Юрой познакомились тогда вот с тайцами, и настолько мы с ними закарифанились, вошли как-то в доверие. То есть мы вечерами с ними ужинали, понимаете? Вот и что было поразительно. У нас было два друга, ну, бывший, ну как, трансвестит, да? Один трансвестит был. А как назвать? Ну, ну, короче, девушка, да, в общем, такой. Она массаж делала. Ну, она и массажистка, и, в общем. Она и массаж совмещала, массаж и... Сфера услуг, назовем так. Да, и, в общем, они старались, вот мы всегда как бы там возьмем что-нибудь, виски, колу, там закусить, они никогда, вот чтоб на халяву, нет, у них такого не было. Они всегда тоже старались нас угостить. И именно они нам показали вот этот рынок на севере Паттайи, помнишь? Да. Повезли нас туда. Мы специально всего с Юрой взяли там того. А они пошли и тоже взяли, да? Ну, концовка плачевная, конечно. Концовка, да, вот мы сегодня вспоминали. Не очень хорошая. Мы потом приезжали, их искали. Они всегда были напротив отеля, где мы жили. А мы жили... Сидели на набережной, у них место было одно. Они, получается так, что мы приходили и сидели, и, ну, были с ними, и к ним не было претензий со стороны полиции. А, ну то, да, почему? К ним никто не доматывался. Ну и вот, а мы жили, ну, не всегда там рядом с корабликом с нашим. Был еще отель, я уже забыла, как он назывался. Ну, рядом буквально, забор к забору. И вот мы с ними всегда проводили время, а потом искали, да, она уехала к себе на родину, в деревню. Одна из подруг. Да, одна из подруг. У нее трое детей. От разных, от, кстати, разных, да. Один от немца, первый от тайца, второй от немца, третий не знаю от кого. Она показывала фотографии много, как она ездила в Германию. Они там на лыжах катались. Германия, Бельгия, кажется. В Бельгию? Да. Может быть, в Бельгию. Так, и, в общем, хорошо мы с ним проводили время, ну, а потом вот узнали, да, она уехала, а он погиб. Он кончил же самоубийство. Да, ну, они такие прямо выходные, мы говорим, что делали, допустим, вечером они там, мы, говорит, стирали там белье, причем, не зная языка, мы отлично общались, вот я к чему хочу сказать, просто шикарно. Ну, я там 2-3 слова по-английски, это было достаточно. Они, конечно, очень хорошо знали английский. Ну и немецкий тоже, приходилось по-немецки общаться. Ну, Юра там пока вспомнит свой немецкий. Ну, я говорю, сейчас, конечно, уже так вот, ну, не удастся, допустим, втереться в компанию, да, как-то. Нет, сейчас вот только приходится, как говорится, радоваться и тешить себя воспоминаниями. Ну, это приятные воспоминания, да. О прошлых отпусках. Я вообще благодарна, что была возможность посетить несколько стран, там мы были и в Индии, и в Мексике, да, в Доминикане, в Арабских Эмиратах. Блин, это так здорово, такая память у нас хорошая. И, конечно же, мы готовились к поездке мартовской. Мы... Конечно, хотелось бы, чтобы все это закончилось. Это как вот, как сейчас вот, как страшный сон какой-то. Хотелось бы закрыть глаза, открыть и как и раньше, как чтобы мы жили. Это желание. Без проблем. Мне кажется, это желание, ну, всех людей. Открываешь глаза, открываешь, и все так же, ничего не меняется. Открываешь глаза, думаешь, и понимаешь, что ты жив, и яркое солнце, голубое небо, и ты уже радостный, как Пугачёв, по-моему, говорит. Проснулся, ты уже счастлив. Мы с Юрой идем сейчас в банк, и вот по дороге решили пообщаться с вами. Как Вицин тогда говорит. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Да, да, хорошо жить еще лучше. Так, идем с вами в банк, потом с Юрой сделаем круг. И потом вернемся, как говорится, домой. Дома покажу вам корейскую косметику.
которая получила посылку до подорожания. Вместе с вами ее откроем, посмотрим, что там интересного. Вот, я про нее забыла. И дело в том, что я уезжала в Турцию, у меня одноклассница говорит: закажи, закажи, ну там, тонер закажи, еще там что-то. Я заказала, девчонок попросила на автобусе получить. В кабинете стоял пакет, и вот я его забрала и с удовольствием с вами поделюсь, что же там в пакете. Вот, а еще к нам пришла посылка любимого Василек, чему я тоже очень рада. Потому что мы заказали очень красивые скатерти, две одинаковых для нашей дачи. У нас есть там красивые шторы, теперь будет скатерть. Ну и вообще, смотрите, снега-то уже практически нет. Юра, смотри, такой слой снега был, все растаяло. Ну, все, видите, все течет. В городе всегда быстрее тает все. Все течет, все изменяется. Так, все, уже пока с Юрой погуляли, уже стемнело. Сейчас зайдем, зеленушки купим. Я говорю: Юр, сегодня твоя очередь готовить. Он купил вчера мясо свинины, такой большой, хороший кусочек. Я так свинину редко ем, ну, я на шашлык люблю, ну, а так стараюсь не есть. И поэтому сейчас он нам приготовит свининку. Что, Юра, новости сегодня что? Компания «Амкор» является крупнейшим поставщиком упаковки для продуктов питания и напитков, также в сфере здравоохранения, сворачивают производство. А, «Амкор»? Да, многие компании сейчас выходят. Ну, понятно. Что теперь делать? Такова реальность. В общем, друзья, уговорила Юру сготовить мясо. Смотрите, пришел сразу, что ему отмечает, что ему нужно. Кинза. То есть, смотрите, вошел в роль. Укроп. Так, грибочков. Не рассказывай тайну раньше. Раньше не буду, ладно. О, апельсиновый фреш. А как они тут его? А, апельсинов нет. Табличка висит. Сок. Нету? Ну вот написано, апельсинов нет. Выберите размер бутылки. Вы представляете, здесь выжималось, сейчас нет. Пакеты. Пакеты, я не знаю, мы... Вон пакеты висят, где овощи, сходи. Так, вот кому интересно цены на Пепси. 94 рубля. Пепси Макс. Литр 69,99. 70 рублей литр и 95 рублей. Юра, возьмем баночку Пепси, да, сейчас попить? Так, Пепси захотелось попить. Жестяную, да, возьмем. Слушай, представляешь, я даже не знала, что здесь сок можно. А сколько он стоил? А, сок апельсиновый маленький, 109,99. Вот ценник. 0,33, вот такая бутылочка. Блин, ну что такое, нет апельсинов? А здесь можно чай, американо и большие капучино. Кофе по акции 1109. Так, хватит. Пошли дальше. Сахар пошли посмотрим. Таки довольно-таки большая пятерочка. Это у нас в 15-м районе в Зеленограде. Мы. А паста томатная не нужна нам? Паста томатная, там есть одна баночка у нас осталась. Видите, какой у меня хозяюшка. Все интересуется. Картошка есть дома. Лук я вчера купила. Очень вот памперсов. А, подгузники. Подгузники. По 1000 рублей. Не знаю, хороший, нет? Мне кажется, дорого все так. Не знаю, ну, по крайней мере, есть. Как в стародавние времена, я помню. 62 это рубля, да. Пепси моего детства. Да-да-да, и моего тоже. Это было в такую диковинку. Мы, помню, приезжали в Москву и покупали вот эту Пепси в таких бутылках. Она была вкусная. И кола, кстати. Видишь, и кола уже в таких бутылках. 80. Так что будем пить Пепси. А мы баночки хотели с тобой. Железные. Или такую хочешь? Ну, недорого. Смотри, ну да, в принципе. По акции. Недорого. Не, недорого. Пошли дальше. Бумаги тоже много. 264. 6 штук. Так. А, подорожали порошки. Они были 289.
и по акции были. Сейчас, Юр. Ну, в общем, такие уже гели по 459. 659. Но прокладок тут тоже нет. Две пачки вот остались. Все, ничего нет. Все закончилось. А, смотри, просека нет, да, шампанского? Шато Тамани, Лев Голицын. Ну, все. Абрау Дюрсо. Может, я не вижу? А, вот просека, но без цены. Когда-то была акция на него 599. Ну, ладно. А какие, Юр, из них в Сербии? Вот, Вран. А. Я сейчас сфотографирую, нету, пошлю. А сколько стоит? Цены-то нет? Бесценные. О, бесценное вино. Ну, вино, кстати, подорожало тоже. Конечно, подорожало. 529 рыхны. Я помню, красная цена 200 была. Ну, все изменяется. Юра, в Сербию пошлет. А вот кому цены на пиво? Голландия 58, ну, округлим. Старопрамен 83. Каузберг уходит, говорит, с рынка. 47 рублей пока еще стоит. А ну-ка. А вот семерка Балтика вот подорожала. Смотрит, наверное, новая уже цена 75. Потому что, ну, была ниже гораздо. Балтика тройка 42 рубля. Это еще по старым ценам. Видите, 56, 46. Вот, видите, старая цена Балтики. А, 45. И железо также стоило. Почему-то вот все уже поменяли ценник. Юра, обрати внимание. Головани. 769 рублей. Ух ты. Ага. 8 лет, но, кстати, осталось 2 бутылки. Ну, по старой цене, мне кажется, еще. Мне, да? Тоже кажется, по старой. А потому что мы брали же по этой цене. Ну да. Юра говорит, водка подорожала. Мне кажется, какая была, такая есть. Смотри, он Тихая Заводь. 261 рубль. Разве это подорожало? Так, ну что, мы сахар так с тобой не увидели? Сахар. Представляете, пепси. Сроду не пили. Решили пепси попить. Где логика-то? Не могу понять. Логика отсутствует в наших с тобой действиях. Сахар. Пошли за сахаром. Килограмм был 74 рубля. 74. Ага. Был, да, всплыл. Ну, все, продолжают сахар брать и брать. Нету ни рафинада. Ну, с утра бывает. Не, у нас есть, кстати, кокосовая стружка, чтобы ты знал. А ванильный сахар есть, интересно? Ванильный здесь? Нет, он должен быть здесь. С ванильный ты не купишь. Ну, мука есть. Горох, пшено, все есть. Угу. Ну что, пойдем? Шоколад еще недавно стоил, вот сколько, 73 рубля я покупала. Я говорю, Юр, иди возьми, ты любишь. Теперь Юра будет по 160 брать. Ну, по 160 он сразу, у него аппетит отобьется. По 160 он захочешь, точно... Захочешь, возьмешь, что ты? Захочешь, возьмешь. Шоколад тут как наркотик. Да, это сладости вообще как наркотик. Купили сухарики с изюмом, с сахаром, не можем оторваться. Ну и к чему это все приводит? Лишний вес. Теперь во всех магазинах вводят систему оплаты вот такую. Юра, иди сюда. Вот сам себе будешь теперь оплачивать. Так, в настоящий момент. Ага, с грибами так. Поставьте товар на весы. Ну, когда я с грибами посмотрю. А, шампиньоны. Так, дальше. Подвинься, Юр. Все, да? Сейчас научимся. Вот так вот теперь все платят. Практически все кассы, одна касса или две осталось, все убрали. А тот, кто тут что себе навыбивает, неизвестно, да, вообще? Да? Ну вот смотри, сколько людей. Есть консультанты, которые помогают все это. Да. Сокращают продавцов, к сожалению.
Наступил уже вообще вечер. Мы все с Юрой. Идем гуляем, пьем пепси. В общем, хорошо проводим время, общаемся. Да. Еще один хороший денек заканчивается уже. Ну да. Что такое, зарево? Да, денек был просто замечательный. Так, все, нагулялись с Юрой. Юра довольный, что мы совершили сегодня двухчасовую прогулку. Сейчас я вам покажу как раз-таки, что у меня в пакетике, какая косметика. Давайте посмотрим, все это дело распечатаем. Вот еще, наверное, по тем ценам, ну, таким не очень дорого это было. Вот такой коллаген, водичка. Вот такая термальная вода. Что-то еще должно быть. Сейчас мы посмотрим с вами, что это такое. Сейчас распакую. Так, я так и не могу понять. Коллаген, крем, наверное. Оставь отзыв и получай скидки. Ну, сейчас, наверное, уже там, я не знаю, какие скидки. Так, что тут по-русски, где написано? А, вот. Это... Короче, давайте достанем. Вот, лопаточка. Значит, это, скорее всего, будет крем. Да, ух ты. Блин, это что, крем? Коллаген. Я и не помню, что заказывала. Представляете, что это такое? Крем с коллагеном. А это что тогда? Давайте посмотрим. Так. Эх, в штатив бы поставить. Так, это уже отрезала. Ой. Так. Это у нас тканевая маска для лица. Прикольно. Ух ты, шоколадка. Твоя косметика. Ну, шоколадка точно. Так. Угу. Доброго дня. Спасибо вам за заказ и за то, что вы с нами. Будем благодарны вам за отзыв на нашей страничке. А, ну крем-то вот он получается. Коллаген. Вот крем. Ну, в общем, я тогда не знаю, что это такое. Я так особо, кроме кремов-то, ничем и не пользуюсь. А мне подруга говорит, ты, говорит, надо, говорит, сначала она мне объясняла тоником. То рублей 900, наверное, стоил, не знаю, корейский. Потом термальной водой. А, может быть, это, ну, я сейчас переведу. В общем, такие. А, я могу сейчас посмотреть в историях. Это скину, это крем точно. Сейчас откроем его. Все, зашла в историю, посмотрела. Это сыворотка для лица. В общем, вот это 915 стоит, это 133, это 1068, а это, ну, не знаю сколько, тоже 1000, ну, с копейками. Вот, представляете, сейчас, наверное, все это и подорожало. Вот такую вот косметику себе заказала и буду пользоваться. Только забыла последовательность. Сначала, по-моему, тоником, потом водой, потом, наверное, что это сказала, сыворотка. И вот это вот, одной фирмы. Это, ну, в общем, такая приятная неожиданность. Я, честно, забыла, а вот сейчас наводила порядок. И вот в пакетике стоит все это дело у меня. Годность нормальная. Так что будем пользоваться. Сейчас крем покажу. Так, все, вот. Коллаген, вотер, короче, вот такой. Корея, все это Корея, конечно. Так что вот такие, а вот этот плед в Икее куплен, вот останется как память, плед из Икеи. Вот, друзья, так вот неожиданно, сегодня масочку сделаем, почитаем все, как пользоваться. Так что у меня одноклассница, видите, как натолкнула на мысль, я это все заказала. А тут написано, вот здесь написано, это русский. Самый дешевый это русский, да, термальный. Так что вот такие, ладно. Ну, вот так, дорогие друзья, мы сегодня провели вместе с вами время. Походили, погуляли, посылку посмотрели. В общем, так что все, увидимся с вами в следующем видео. Будет распаковка еще от любимого Василька. Ну и Юра будет готовить мясо, тоже в следующем видео. Все, всем желаю хорошего настроения, всех благ. И увидимся с вами вновь. Пока-пока, мои дорогие.